стилистике свадьбы молодожены предпочитают минимализм, однако в тренде персонализация свадьбы и акцент на истории пары. Похищение невесты, продажа первого куска торта и гадания на первенца на свадьбе уже прошлый век. Так считают организаторы и стилисты современных свадеб. Молодые пары все чаще выбирают уютную, спокойную атмосферу с персонализацией невесты и жениха, отказываясь от конкурсов с денежными вложениями. На современных свадьбах молодожены все чаще отказываются от таких традиций, как кусание каравая, продажа первого куска торта, гадание на первенца, оставляя только традицию первого танца молодоженов, танца с папой, а также семейный очаг, на котором мамы зажигают свечи для будущей семьи. Традиционные свадебные обычаи – не единственное, что исчезло из росписей и церемоний. Невесты, выбирая свадебный наряд на торжество, останавливаются не только на платьях, но и подбирают брючные костюмы, которые используют и на росписи в ЗАГСе, и в качестве образа после основного платья в день празднования. Главные тренды свадеб этого года – эстетика, атмосфера и удобство, поэтому на смену пышным и тяжелым платьям приходят легкие и утонченные модели. Чтобы подчеркнуть индивидуальность и особенность своего характера, девушки в дополнение к своему образу используют аксессуары, например, фату с цветами или стеклярусом, перья, перчатки любой длины, а также чокеры, украшения на голову и плечи и накидки, которые завершают образ. Организаторы также отмечают, молодые семьи стали отказываться от росписи в ЗАГСе, торжества и фотосессии в один день, чтобы праздник прошел без суеты и нервов. Но одна традиция остается неизменной – бросание букета невесты, который девушки теперь собирают из более нежных и однотонных цветов. Особой популярностью у невест пользуются букеты из пионов и кал, но главными трендами являются маленькие монобукеты из роз, хризантемы, а также диантусы и герберы. В сервировке стола организаторы выделяют моду на цветное стекло и карточки, которые персонализируют место гостя его именем, а также торты в стиле винтаж с архитектурным дизайном и итальянские пироги. Но, конечно, все пары индивидуальные, и все зависит от пожеланий невесты и бюджета жениха. Александра Козлова, Илья Сергиенко, ТВК.